друзья, с вами АКС Гараж. К нам сегодня приехал замечательный автомобиль на химчистку. И мы вам покажем, что это за автомобиль, ну и, соответственно, как он выглядит. Пожалуйста, познакомьтесь с нашим пациентом. Это Audi 80-ка. Какого мохнатого года, я не знаю, но люди столько не живут. По-моему, 86-го. Посмотрите, в каком состоянии автомобиль, как это примерно выглядит. Ну, каждого права. Мы просто констатируем факт. Посмотрите, в каком состоянии автомобиль. Вот это примерно так выглядит. Ковриков у нас не было. Здесь у нас наверняка были какие-то домашние животные, потому что все в шерсти. Вот это примерно так выглядит заднее кресло. Сейчас покажем вам, что здесь спереди. Картина примерно такая же, много ничего не меняется. Вот так выглядит автомобиль. Состояние, мягко говоря, удручающее. Никому не показывайте это видео и никогда не доводите до такого состояния ваш автомобиль. Вот потолок у нас здесь тоже. Вот так вот ручки выглядят. Вот так вот все это выглядит. Сейчас, секундочку, вам еще покажу. Покажу здесь, как тут, что примерно. Ну, в общем, ужас, мягко говоря. В общем, друзья, делайте чай, кофе, бутерброды. Устраивайтесь поуютней, продолжайте смотреть видео. И мы вам покажем, как этот автомобиль будет выглядеть по итогу. Итак, друзья, мы достали все элементы, которые будем чистить из салона. Два передних кресла, задний диван, ну и сзади из багажника. Вот в таком это примерно виде. А сейчас я вам покажу, как выглядит салон уже разобранный, что он из себя представляет. Ну и как это примерно все устроено у людей. Вот примерно так. Но мы с этим совсем справимся. И результат не заставит себя долго ждать. Итак, друзья, еще раз здравствуйте. Ну, мы вам обещали показать, что у нас получилось из того, что было.
Мы готовы. Пожалуйста, вот наш пациент. Вот так он выглядит. Вот такой вот он. На эту секунду. Красавец. Сейчас посмотрим, что внутри. Вуаля! Вот так примерно выглядит автомобиль после хорошей, правильной, толковой химчистки. Вот так выглядит панель. Сейчас покажу вам задний ряд кресел. Помните, что здесь было? Помните, что было там? Все прекрасно. Вот так выглядят кресла задний ряд. Вот так полка багажника. Ну и осталось продемонстрировать вам спереди, как она выглядит. Ну, там все то же самое. Ставьте лайк, пишите, рассуждайте. Всего вам самого наилучшего. Обращайтесь к нам, обращайтесь к АКС Гараж. Мы рады вам, будем помочь.